Жители Ленинского района теперь могут гордиться тем, что именно у нас на территории Молоковского сельского поселения в Национальном конном парке «Русь» установлен первый и единственный в России мемориал славы русской кавалерии. Торжественное его открытие состоялось в преддверии праздника Победы в день святого Георгия Победоносца, покровителя российского воинства. Рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. На открытии мемориала «Слава русской кавалерии» собралось большое количество гостей Национального конного парка «Русь». Это и школьники, высокопоставленные чины и, конечно, ветераны. Все это праздничное мероприятие было посвящено именно им, жившим и воевавшим в те нелегкие года Великой Отечественной войны. Что мы помним, тот страшный период, когда была их юность, молодость, мы знаем, какой ценой досталась эта победа. И поэтому очень бы хотели в своей крови впитать все это и передать своим детям и внукам, чтобы никто никогда не мог сказать, зачем воевали, почему жизни отдавали. В конном параде кавалеристы участникам праздника продемонстрировали историю кавалерии, начиная от русских витязей, казаков, гусаров, буденовцев, красноармейцев, отряды которых стояли на защите интересов страны. Сегодня, конечно, кавалерия с поля боя, так сказать, ушла. Современные виды вооружения и техники ее вытеснили. Но по-прежнему остается конь на службе человека, поскольку деятельность человека многообразна, хотя он и конь остался и в вооруженных силах, не только в кинофильмах, а и в пограничных отрядах, в лесистой, гористой местности. Мемориальный комплекс «Слава русской кавалерии», установленный на территории Национального конного парка «Русь» в Ленинском районе, завершение всероссийского конкурса скульптурных произведений, условием которого было достоверное изображение исторических персоналей. Конкурс был объявлен в начале 2013 года. Времени было очень мало. Там были конкретные условия, что должна быть историческая достоверность фигур. Выбрали наш эскиз, который состоял изначально также из 5 конных композиций в разные стороны, 4 света, на 4 стороны света. Мемориал «Слава русской кавалерии» установлен на видном месте парка. Создание и воплощение его – это еще одна дань памяти всем воинам. Хочу всех поздравить с праздником, безусловно, с Днем Победы, с Днем Святого Георгия Победоносца и с прекрасным событием, которое прошло у нас в районе сегодня. Очень рад. Пожалуйста, полюбуйтесь. Людмила Медведева, Олег Федоров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.